то, за счет чего они добиваются результата. И состав сегодня подобран именно с этой целью. Выбрала команда на игру. Главное не дать противнику убежать в контратаку. То, за счет чего они добиваются результата. И состав сегодня подобран именно с этой целью. Не выбрала команда на игру. Главное не дать противнику убежать в контратаку. То, за счет чего они добиваются результата. И состав сегодня подобран именно с этой целью. Не выбрала команда на игру. Главное не дать противнику убежать в контратаку. То, за счет чего они добиваются результата. И состав сегодня подобран именно с этой целью. Не выбрала команда на игру. Главное не дать противнику убежать в контратаку. То, за счет чего они добиваются результата. И состав сегодня подобран именно с этой целью. Не выбрала команда на игру. Главное не дать противнику убежать в контратаку. Сложности были не только с названием. Добраться до стадиона можно было лишь одним путем. Сесть на паровоз, отправляющийся с центральной железнодорожной станции Манчестера. Не дал сопернику довести атаку до завершения.
То, за счет чего они добиваются результата. И состав сегодня подобран именно с этой целью. Выбрала команда на игру. Главное не дать противнику убежать в контратаку. Сложности были не только с названием. Добраться до стадиона можно было лишь одним путем. Сесть на паровоз, отправляющийся с центральной железнодорожной станции Манчестера. Не дал сопернику довести атаку до завершения. То, за счет чего они добиваются результата. И состав сегодня подобран именно с этой целью. Не выбрала команда на игру. Главное не дать противнику убежать в контратаку. То, за счет чего они добиваются результата. И состав сегодня подобран именно с этой целью. То, за счет чего они добиваются результата. И состав сегодня подобран именно с этой целью. Не выбрала команда на игру. Главное не дать противнику убежать в контратаку.